не хочется на тему разговаривать, но все, что мы писали и говорили, это правда до буквы. На встрече тет-а-тет, которая у нас произошла, как бы мы улыбались от души. И как бы было немножко грустно, но все равно на душе как бы ничего плохого не было. А затем, друзья, что шоу-бизнес – это вам не детский сад. Хотя на самом деле нам очень жаль, что ваши пути разошлись. Надеемся, это к лучшему. У нас произошла полюбовная смена солистки. Логика Кокотела отправилась в сольное плавание, вот с нашего благословения. А мы взяли замечательную Юлиану Караулову. Юлиана прошла без кастинга. Юлиана, по блату.